Наверное, каждый согласится с тем, что Северный Кавказ – это регион уникальных природных ресурсов и достопримечательностей. И каждая республика вносит свой неповторимый вклад в общую картину. Одним из самых впечатляющих и интересных туристических маршрутов Карачаево-Черкесии можно назвать маршрут «Царские ворота озера Хурлакёль». Маршрут начинается в Карачаевске, и первая его часть проходит вдоль русла Кубани, ровно до тех пор, пока вы не сделаете первую остановку – у камня Карчи. Происхождение этого камня до сих пор вызывает споры. Самая популярная версия приписывает ему космическую природу. Но не этот факт делает из камня объект для почитания. С этого камня легендарный предводитель карачаевского народа по имени Карча обращался к людям, оглашал законы и правила, которые и по сей день составляют культурно-нравственную основу жизни карачаевцев. И даже несмотря на то, что историческая реальность Карчи не доказана, все карачаевские семьи возводят свою генеалогию либо к самому Карчи, либо к четырем его сподвижникам. Поэтому камень Карчи – это не только объект культурного наследия регионального значения, но и особо охраняемый и трепетно любимый символ целого народа. Пока стоят Эльбрус и камень Карчи, не исчезнет с лица земли карачаевский народ. В этом месте в Кубань впадает последний правый приток – река Худес. Дальше именно вдоль ее русла будет продолжаться маршрут, который вполне комфортно приведет к царским воротам. Весной, когда начинают активно таять ледники, уровень воды может подняться за считанные минуты и полностью изменить местный рельеф, унося остатки деревянного моста вниз по течению. А спустя какое-то время сюда снова приедут туристы и своими силами восстановят переправу. Очень красивое место, которое не только служит стартовой точкой к озеру Хурлакёль. Летом здесь можно разбить шикарный палаточный лагерь и посвятить несколько дней безмятежному отдыху в полной гармонии с природой. Ну и венцом этого маршрута станет высокогорное озеро Хурлакёль, жемчужина Карачаева-Черкесии. По некоторым оценкам, возраст озера более 15 тысяч лет. Расположенное в межгорной котловине на высоте более 2000 метров над уровнем моря, озеро считается уникальным музеем природы, сохранившим в своей акватории и окрестностях реликтовые растения, произраставшие во время древнеледниковой эпохи. А вот для местных жителей Хурлакёль озеро – легенда. В стародавние времена пастух по имени Аймуш пас овец вблизи озера, и когда солнце скрылось за горизонтом, из озера вышел огромный баран с золотыми рогами и стал заигрывать со стадом. От удивления Аймуш вскрикнул, баран испугался и бросился обратно в воду, а вслед за ним в воду прыгнуло все стадо. Долго Аймуш пытался вызвать стадо из воды, но его попытки были безрезультатны. «Без отары не к чему мне жить», — подумал пастух и вслед за своим стадом бросился в воды Хурлакёль. И с тех пор из озера часто доносятся крики пастуха, а по ночам из воды выходит стадо овец, пасется на берегу и снова погружается в пучину.